Здравствуйте, друзья, вас приветствует Алексей, усадьба Мятная Поляна. Есть видео, где я в мае зачищаю вдоль дороги. Как видите, на пороге у нас август, и опять все заросло. Прет как на дрожжах. Лето сухое, все равно трава прет. Можно три раза в сезон косить на сенокос. И олешник прет вовсю. Мы сейчас будем заниматься вырубкой.
нужные люди приезжают в нужное время. Что-то я подумал про кольца колодезные. Вот человек возит кольца. Поговорили о жизни. Вот, на следующий год заказал ему кольца. У него кольца всегда есть. Будем добивать колодец. Процесс вырубки идет. Уже четверть бахнул, еще столько же. И золотой ключик у нас в кармане. До скорых встреч, с вами был... Вот такой лес с мая месяца вырос. Боремся. Нельзя запускать, потому что они станут стволы намного толще, потом уже придется ножовкой выпиливать. Как вот я делал там дальше у меня на участке. Стволы сантиметров 7 в некоторых местах попадаются. Ножовка наполовину пропиливает, приходится ствол нагибать и допиливать. Довольно-таки трудоемко. А у меня, как всегда, что-нибудь сломается. В этот раз бензопила отказала. Надо вкладываться в нее уже. 12 лет штилю, что уж от него ждать.